скажи, пожалуйста, а ты с каким настроением сегодня пришла на праздник? Веселым. А вот что ты ждешь от Нового года? Что ты загадала? Какие желания будешь загадывать? Чтобы Новый год оставался таким же. Нам нравится очень посмотреть, да, на елочку. У нас первая елочка такая. Идем, потому что в том году мы не были, не усиживались. А теперь вот решили попробовать. Так что посмотрим. Новый год, пожалуй, самая долгожданная пора для всех мальчишек и девчонок. И дело здесь не столько в подарках, хотя и в них, конечно, тоже, но и в атмосфере чуда и добра. Какой праздник без Деда Мороза, Снегурочки и новогодние елки? В универсальном спорткомплексе Подмосковья сотни завороженных глаз следили за ярким шоу. Внимание! Внимание! Невероятное представление! В этом году представление было весьма необычным, с элементами циркового шоу. Актеры в ярких костюмах, творящие невероятные действия, пленили внимание всех гостей праздника. Елки главы Щелковского района проходят ежегодно, и главная задача таких мероприятий – подарить детям праздник. Дорогие мои, здоровья честные, мне очень приятно работать в Щелковском районе городского Щелкова. Вы все умницы, вы поддерживаете все, что мы делаем вместе. Наступающим вас с Новым годом! Сказка рядом! Новогодние елки главы Щелковского района подарили праздник более чем 1500 человек. И родителям, и детям. В первую очередь на торжество приглашались дети из малообеспеченных и многодетных семей. Шоу не оставило равнодушным никого, сделав яркий финальный аккорд в подготовке к празднованию Нового года и создании чудесной атмосферы. Ребята, готовы ко встрече главного зимнего волшебника? Уже загадали сокровенные желания и выучили стихи. Мой друг веселый Буратино, он всегда меня сопровождает и помогает. Он заботится обо мне и просто обожает. Я с Новым годом всех поздравляю. Пусть придет веселье к вам, счастье, радости, желаю всем ребятам, всем гостям. Дарья Заснегова, Валерий Жиглей, телерадиокомпания «Щелково».